Большое очень дело сделали. Спасибо. Молодцы, да. Самое главное, нам приятно, что вы участвуете в этой неделе так активно. 97 специальных костюмов для мобилизованных из Одинцовского округа вскоре отправятся к месту их службы. Это стало возможным благодаря помощи, которую собрали жители деревни Десна. Инициаторами акции стали активистки, представительницы старшего поколения Ирина Николаева и Зинаида Первухина. Их вклад отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков и поблагодарил за помощь. Наш вклад маленький, маленький вклад, но он помог всем, кто воюет сейчас ребятам. И мы, так сказать, будем спокойны, даже глядя, как они бегут в таком тяжелом обмундировании. А что вот эта вот капелька, она как-то чуть-чуть их поддержит. Вот. И поддержка, которую они получают от Родины, чтобы она была значимой. В округе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Каждый день подключаются депутаты, сотрудники различных организаций и неравнодушные жители. Такая поддержка особенно важна нашим бойцам, отметил парламентарий. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцово».